На этой неделе в истории российского телевидения начался новый этап. Отныне все телеканалы должны в программе маркировать свои передачи, указывать возраст их потенциального зрителя. И уже беглого взгляда на телепрограмму достаточно, чтобы понять. Более половины передач адресованы для тех, кому от 16 и старше, то есть в них возможно содержание сцен насилия. Поможет ли новый закон оградить детей от негативного влияния ТВ? Милана Поварницына продолжит тему. Сразу отметим, что новостные и другие программы телеканалов «Россия-1» и «Россия-24» не будут маркироваться особой возрастной меткой. По условиям лицензирования, появление сцен насилия и другой видеоинформации, которая может травмировать психику ребенка, в нашем эфире исключено. Но спутниковое ТВ сегодня предлагает зрителям 100 каналов, в том числе зарубежных, содержание которых отследить сложно. И по мнению многих экспертов, такие профилактические меры не смогут решить проблему и в корне переломить ситуацию. Ну, особенно в фильмах, знаете, такое жестокая кровь, там, особенно в всяких боевиках. Ну, я пытаюсь их, в принципе, не смотреть, потому что считаю это, жестокостью. Дарья скорее положительный пример, исключение, подтверждающее правило. У всех разное представление о том, что такое жестокость. В том числе у родителей, которые решают, что можно или нельзя смотреть детям. Ну, я смотрю, но не очень. Кровавые фильмы там. Только, ну там, например, какое-нибудь кино скелетов. Ну, «Перевозчик 3» и всякое такое. Да. Это можно или нельзя? Нельзя. Можно. Нет, не мне можно. Нельзя, тебе можно. Ну, мы же дети, у нас пока психика не сформирована. Ну вот, нам часто нельзя такие фильмы смотреть. Да. А можно иногда смотреть? Иногда очень редко там. Один фильм в год. Можно ли ограничить доступ детей к подобной информации? Что думают по поводу нового закона родители? Мы провели собственное расследование. Избежать этого все равно никак. Но это все зависит от родителей и детей, как они друг друга воспринимают. Лишняя информация в интернете, она всегда была, всегда есть и всегда будет. И от российских законодателей это абсолютно не зависит никоим образом. Смысл ограничивать ребенка, мне кажется, я не вижу особого смысла. Потому что, как обычно бывает, запретный плод всегда сладок. То есть дети всегда найдут себе информацию, ту, которую они хотят найти. Мнения по поводу нового закона разнятся, но все сходятся в одном. Развитие информационных технологий в любом случае будет давать доступ к неконтролируемой и разрушительной информации. Что же реально может защитить детей от жестокости и агрессии на ТВ-экране? Об особенностях применения закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, речь пойдет в программе «Вести право» сегодня в 19:10 на канале «Россия-24». Милана Поварницына, Владимир Подлевских, «Вести», Кировская область.